Итак, мы начинаем семинар. Правила семинара. Здесь нет нашего клипа. Я тоже не могу сейчас изобразить то, что они там нарисовали. Я вам скажу то, что я помню. Все мы равны. Вы помните? Малые и большие, все мы равны. Это первое. Не умом и не, разговорами, а в сердцах мы обвиняемся. Это понятно, да? Дать возможность говорить и другим. Не каждый, когда что-то воспринимает. А дать возможность каждому, и я рекомендую. Это не обязательно переходить от одного к другому, но чтобы каждый участвовал, насколько это возможно. Обычно от 10 до 20, до 15 минут — это время для выяснения вопроса. В это время вы должны прийти к итогу. Итог должен быть понятен, что именно это ответ на вопрос, который я спрашиваю, который я задаю. Что-то непонятно? А, у них не на чем записывать, да? Вы не побеспокоились о бумаге и ручке? Ну, ладно, это не страшно. Главное — объединение в сердце. Мы не очень-то беспокоимся о том, чтобы в разуме это сделать. И когда кто-то говорит, я принимаю то, что он говорит. Вещи, которые кажутся мне самыми глупыми, я их воспринимаю как сказанное Творцом. Творец говорит через товарища. Мы не соединяем группы, мы не знаем, как мы приходим к ним. Мы должны, не создаем группы, мы должны принимать каждую группу, каждое мнение, каждый круг, который создается. Это как будто данное свыше. Я должен принимать это. И если я нахожусь уже в этом кругу, я должен всем сердцем и душой пытаться соединиться со всеми. И я не привношу своего «я», своих выяснений, всевозможных вещей. Мое выяснение только в том, насколько я могу отменить себя и войти в связь с другими и прийти к внутреннему заключению. Не нужно большого ума, чтобы я знал, как ответить на вопрос в более ясной форме выясненный. Не умом учатся. Но должно быть главное объединение. Но для того, чтобы было объединение, я прошу, чтобы все-таки в окончании вопроса был ответ. Но на самом-то деле меня не интересует ответ. А главное, чтобы это было произведено в правильной форме, чтобы объединиться. Ну и скажем, это все с правилами. Итак, первый вопрос. Как мы можем почувствовать, что это Творец произвел объединение между нами, привел нас к этому особому состоянию? Во всевозможных случаях, событиях в жизни, которые я прошел, и вдруг я включаюсь в какую-то группу, и здесь, как сказано, Творец приводит человека и говорит, возьми себе. То есть Он выбирает для человека место, Он выбирает для человека состояние, товарищей, всю реальность. Короче, он все устраивает. И с этого момента и далее, когда человек уже себя раскрывает, о, куда я попал, с этого момента и дальше уже выбор в его руках. И давайте прежде всего немного впечатлимся от того, что Творец сделал с нами, чтобы привел нас к тому, чтобы мы находились вместе. Давайте поговорим об этом. Это интересно. Что Творец сделал, как Он действовал с каждым для того, чтобы привести его сюда.
10 минут. То есть минута каждому. Пожалуйста. Интересно было бы написать книгу об этом, потому что есть особые случаи, как пришли сюда, ну, хотя бы несколько людей к нам. Пожалуйста. Как Творец подействовал на каждого для того, чтобы привести его сюда? Как Творец подействовал на каждого для того, чтобы привести его сюда? Мы сегодня говорили с несколькими товарищами в круге, и был Виктор из Варшавы, и мы вспомнили, как он впервые вообще к нам приехал, как он пришел через Египет на верблюдах, и ты вдруг на самом деле видишь, насколько эта сила раскрывается, вдруг дает нам важность. И как он ведет каждую точку, неважно через что, он готов прийти только в то место, где все собираются, потому что он чувствует, что это центр его жизни. Это он. И так мы видим, никто не выбирал здесь для себя товарищей. Ты будешь рядом со мной, ты будешь рядом, никто не выбирал. Выбрали нам, и мы сейчас вместе должны привести себя к состоянию, когда мы поймем, что нет здесь... что здесь люди очень особые и объединенные, и каждый является очень ценной частью для меня и для всех нас. И он может нас всех вместе привести к цели творения. Да, действительно, продолжая сказанное товарищем, как то, что каждый товарищ здесь очень особенный, это скрыто от нас. И действительно, мы, если увидим, насколько каждый товарищ уникальный, и как Творец позаботился о том, чтобы привести его сюда, это действительно раскрытие от Творца, как Творец раскрывается через товарища. Каждый здесь настолько особенный. Нет другого такого же, как он. Если правильно понял вопрос, каждый должен рассказать, как Творец его привел в это место. И я помню, что всю жизнь Творец меня подталкивал в этом направлении. Но я когда-то изучал шиятсу, тот, кто изучал у меня, я открыл себе книгу рукописи Ари. Он открыл, читает, я спрашиваю, что это. Он говорит что-то о Кабале. Я прочитал сначала и до конца врата кругооборотов и ничего не понял. И он говорит, послушай, у меня есть племянник, который занимается где-то на русском языке. Ну, я говорю, хорошо, давай мне телефон. И дали мне телефон, и тогда я на самом деле встретился с Рам в его комнате. И я попробую короче рассказать. После того, как я присоединился к группе, которая начала тогда... изучать. Бенци был первый ивритоговорящий там, но он считался русским, а не ивритоговорящим. И я искал, кто это такой племянник, который учился там. Он думал, что у него есть племянник, а Творец привел меня просто так. У меня история очень трогательная, как мне кажется. Я вообще не собирался здесь быть. Всю свою жизнь
Я работал в хай-теке, вкладывал в работу всю жизнь. И в одну прекрасную пятницу моя жена записалась на кампус. Мне есть один знакомый, она сказала, у которого я учусь, его зовут Гилад. Я хочу записаться. Сказал, ладно. И когда мы пошли обратно, после этого все годы моей жизни пронеслись во мне. И я подумал, ну, надо немножко уделить времени жене. И когда мы пошли вместе, записались, я сказал Гиладу, запиши нас двоих. И то, что произошло у меня, я хотел время уделить жене, и получилось так, что я уделил время Творцу. И чем больше я нахожусь в этом процессе, я вижу, насколько Творец хитрый. Нет такого, как можно собрать настолько разных людей ради одной цели в одном месте. Это просто что-то невероятное. У меня рассказ начался, когда я был 8-летним ребенком. Я страдал болезнями кожи, и это меня просто поставило отдельно от всех товарищей. Я не мог ни играть, ничего делать вместе с ними. Я просто пришел к окончательному разочарованию и сказал, в 8-летнем же возрасте уже задал себе вопрос, каков смысл в такой жизни моей? Потому что надо мной насмехались и смеялись с моих болезней. Я, зная об этом, искал людей, которые занимаются духовным. И в Индии нет недостатков. Я был с суфами, с индусами, с факирами, встречался с йогами. Так я научился многим вещам в жизни. То, что называется мудрости жизни. А затем в 23-летнем возрасте я приехал в Израиль. И мне все-таки не доставало чего-то. Я все-таки продолжал медитации, всевозможные учения изучать. Глубокие. Я знаю индусов, у которых есть программа, подобная Каббале. Малхут, бесконечность, все, что взяли из Каббалы. Я много лет занимался йогой и медитацией. Только что я не мог исправить свой эгоизм. Мой эгоизм был просто огромен, большим был. И после того, как я пришел в Каббалу, я в первый раз, когда услышал уроки, в каждом уроке я просто засыпал глубоким сном. На второй урок пришел, это было на первом. На втором уроке я тоже заснул очень глубоко. И я сказал, здесь происходит какое-то чудо. Невозможно, чтобы я получил такое удовольствие, что я вошел в глубокий сон. И тогда выяснил там с учителем, можно ли изучать Каббалу. И тогда я начал изучать Каббалу. И я начал чувствовать, что я на самом деле исправляю эгоизм. И хотя я в медитациях изучал, как подниматься над эгоизмом, но эгоизм покуда остался, пока что остался. Его отключаешь, а любви к ближнему пока и не говорилось. И я уже 8 лет после этого здесь.
Творец много потрудился, чтобы собрать это собрание. Заплатил за все билеты, пробудил все желания. И всех женщин собрал в начале недели. Зарплаты летчикам. Много-много-много работы. И если мы пойдем еще немножко назад, то вообще все это творение сотворил, работал миллиарды лет, чтобы какой-то элемент творения, свобода выбора, если так вдуматься в это состояние, то действительно собрание подобного рода и люди такого типа, и желания такого типа, это с этим можно произвести прорыв и начать творение. Когда я смотрю на тот путь, которым привели меня сюда, я вспоминаю, что на самом деле есть две части. Прежде всего, я начал свой поиск в религии, в христианстве. Я хотел знать, кто такой Творец. Это было не, казалось мне, неразумным, что кто-то сверху, какой-то старец, дает все хорошее людям, и я хотел узнать, что на самом деле я начал искать. Но я искал много времени, прежде чем я нашел Бнейбарух. И здесь уже начинается вторая часть. И я слышал, впервые услышал, что Творец — это сила. И я подумал, сила, сила. Я спросил, сила? Да, сила. И в тот же момент я услышал, что отдача, мгновение, и через некоторое время я приехал на конгресс впервые, и было много людей, которые настолько различались. Русские, израильтяне, да, но что-то там произошло. За 3 года. И я почувствовал то, что я не чувствовал никогда в своей жизни. И нету такого, чтобы это происходило. Нет пути. Самое чудесное — это раскрыть в итоге, что ты раскрываешь Творца через окружение, через товарищей. И то, как вначале Творец светит тебе, и то, что ты сам должен раскрыть его своими силами, своими возможностями. И как постепенно это изменяется,
И то, что ты должен постичь и понять, что только через окружение, только через твою связь с теми, кто находится с тобой, это очень последовательно происходит, не сразу. И это величайший переворот, и твоя забота начинает изменяться, и не просто начинает изменяться, а ты начинаешь искать эти искры. Это заставляет тебя изменить восприятие реальности постепенно. Это тоже последовательная вещь, пока ты не начинаешь чувствовать и начинать истолковывать вещи иначе, чем то, что ты чувствуешь на своем мясе. Это прекрасный процесс, который происходит с каждым из товарищей. И ты даже можешь в некоторой степени видеть, как каждый товарищ, как Творец вводит его и вводит тебя, каждого ведет по своему пути, чтобы вы оба или вся группа вместе раскрыла бы Творца. Каждый в своих помехах встречается, и в итоге раскрывается Творец. На самом деле, когда я смотрю и на свою жизнь, сколько я прожил, немного, я еще не состарился настолько, но с детства просто тебя таким образом направляет, что ты начинаешь выяснять, и в тебе образуется большой вопрос, какова цель всего этого? И ты постепенно проходишь через всевозможные вещи, или это в армии, всевозможные случаи, религия. Неважно, там все такое, всякие окружения, боевые искусства. И это все время, вопрос все время в тебе доходит до крика, до окончания своего, и ты не можешь вытерпеть, и это достигает основных точек, между которыми начинает выясняться понятие о цели. А цель, как сказали товарищи, это раскрыть эту силу, которая называется Творцом, отдачей. Если Творец ведет нас через разные события в жизни, приводит нас в группу, и, как говорят нам каббалисты, Творец говорит, возьми себе, то я должен лишь принять это и присоединиться, иначе я воюю с ним. Осознаем ли мы то, что своим согласием с группой, своим соединением с ней я принимаю то, что Творец дал мне, я соединяюсь с Ним через это. Он дает мне средства для соединения с Ним. И если я не делаю этого, то я пренебрегаю возможностью соединиться с Ним. Понятно ли мне это? Еще раз. Понятно ли мне, что если Творец приводит меня в группу и говорит «возьми себе», как сказано в Торе, что Творец сам кладет человека руку на добрую судьбу и говорит «возьми себе», и если я беру признак того, что я согласен с Ним и иду на соединение с Ним через то средство, которое называется группа, через это кли, если я не согласен, пренебрегаю группой, соединением, то, по сути, я пренебрегаю им, тем, что он дает мне это. Понятно ли нам это? Выясните это, пожалуйста, между вами. Я думаю, что это вещь,
которая изо дня в день развивается. Это основная тема, которую мы выясняем изо дня в день. Это наше объединение, группа, которая является лабораторией, когда изо дня в день, от мгновения к мгновению, из состояния в состояние мы только раскрываем, насколько все только постигается в мнении, что это центр, это жизнь, что это та лаборатория, как будто мое отношение и все, что происходит вокруг этого, из этого, и вообще все только в этом. И это является нашей главной темой, центральной, вокруг которой мы все время находимся и выясняемся. Когда Майк говорил, и товарищи говорили, я вспомнил, что многие вещи происходили со мной в жизни, когда я видел, что это не случайность. Такая последовательность, цепочка событий, я говорил, что это просто не может так быть. И затем я помню, когда я изучал анатомию, я очень хорошо изучал анатомию, организм человека, и все время у меня возникал вопрос, как такое может произойти, вся эволюция, Дарвин, все это глупости. Не может быть, что такая совершенная система работает так четко, так строение почки, стопа ноги, все это сочетание, все это взаимосвязь. И я впечатлялся не от тела, а от того инженера или от того, кто спрограммировал все это. И когда я пришел к изучению науки Каббала, действительно, что добавилось здесь, это группа. Это не было естественным. Я не думаю, что это может прийти естественным. И вообще, можно ли думать сегодня иначе? Как можно раскрыть какую-то силу, которая находится на уровне выше нас, если не среди нас? Вообще, как можно об этом думать? Не может быть, что человек сейчас сидит в одиночку и может отыскать какого-то творца где-то в своем воображении или еще каким-то образом, чтобы он стал партнером его. Иначе, как кроме как в группе, в отмене себя перед товарищами, в преданности группе, просто не может быть по-другому. Это просто даже нелогично. И даже логически это можно опровергнуть. Не может быть иного, кроме как раскрытия в группе. Еще раз. Здесь есть переворот, который человек должен пройти с того момента, как он приходит. Потому что в тот момент, как он приходит, это интересный рассказ, как он приходит, находит группу, получает наслаждение, это все время усиливается. Но, по сути дела, в то же время создают для него окружение, из которого он уже не может выйти. И тогда уже начинают ему мешать, то, что называется, в кавычках, когда он думал вначале, что все нормально, и что он сейчас может с этим сделать. Это экзамен, пока он не входит в правильный процесс, когда они начинают воспринимать окружение, какова цель, как это приходит, и что такое отдача. И здесь уже он начинает нуждаться в товарищах, что он видит в них, и что он видит через них Творца, и как мы сидим на семинаре, с какими мыслями мы должны сидеть. Все время он должен усердствовать, это непростая вещь, это требует поддержки одного другому, потому что мы все время как бы боремся с первым пробуждением, когда нас привели, мы еще на первой скорости, но здесь должно быть преобразование в эгоизм, и только при помощи одного другому мы сможем это сделать. Сегодня я говорил с Мигелем из Мексики. Мы говорили о том, насколько Творец мастер, как он умеет всех привести в группу, и когда он приводит каждого в группу, как он открывает каждому его сюрпризы и вводит человеку в жизни такие особые помехи, что только он может их преодолеть и выбрать группу. И действительно, только с группой можно получить силу, чтобы подняться над собой. Вопрос был, как я помню его,
соглашаемся ли мы на самом деле с тем, что любой шаг навстречу Творцу должен происходить через группу, когда, по сути дела, тем, что я согласен с группой, я согласен с Творцом. Я думаю, что, наверняка, мы с этим не согласны в самой начальной точке, когда мы приходим, но в этом вся работа и весь процесс. Я думаю, что всю ту настройку, которую мы производим с собой, это чтобы совместить эти две или даже три вещи, я, Творец и группа, чтобы было единым. И наша ошибка в этом, мы должны все время уйти и с другой стороны посмотреть на этом в другом подходе. И, по сути дела, Творец приводит тебя в группу, потому что там это как фильтр, который он выстроил. Если ты проходишь через него, что значит проходишь через него? Меняешься с товарищами, и по отношению к ним ты реализуешь взаимное поручительство, взаимную зависимость, твой опыт, прикладывать усилия в раскрытии этого отношения отдачи, подготовки сердца к молитве, и если ты все это делаешь в группе, ты проходишь через этот фильтр, и ничего, кроме поставить группу перед собой, ничего не может сделать. Это усилие поставить перед собой группу и войти через этот фильтр в совершенно другое состояние. Это ты должен сделать, поскольку ты не выстроишь клей, у тебя не будет никакого требования к этому. Я думаю, что в этом только вся наша работа. Совместить, раскрыть Творца, именно как Он выстраивает группу, именно то, что я чувствую по отношению к ней, то, как она раскрывается, всю работу произвести через нее, и поиск Творца только через нее. В этом наша работа в каждую секунду. Это все время ускользает от нас тоже. Я хочу продолжить, товарищи, и то, что сказал Асав. Наш путь, точно как сказали товарищи, Творец, он мастер. Он поставил нам особый фильтр, группу. И согласно нашему эгоизму, нет никакого шанса, чтобы мы согласились. Это именно и является точкой несогласия, точкой эгоизма. Та самая точка, на которую все натыкается. Я должен каким-то образом отменить себя и должен стать буквально ничем. Я не способен. И поэтому есть группа, и путь группы — маленькие самоотмены. На каждом этапе есть отмена себя, маленькая такая, и каждый раз такие маленькие жертвы, пока ты не достигаешь большой победы, и это удивительная вещь. Ты проходишь такое трение в группе, пока ты не можешь пройти через это сито, чтобы обрести ту форму в согласии с ним. Я не вижу иного пути, кроме группы. Творец скрыт. С кем мне работать? Я должен, чтобы у меня было что-то для работы. И Творец выстроил для меня платформу. Это платформа, состоящая из людей, отличных от меня. И через работу, через них, я должен раскрыть Творца. И как сказано здесь, одному мне не с кем работать. Творец скрыт. Я не знаю, кто это, что это, не знаю ничего. Я знаю только, что есть группа, и у этой группы и эта группа выстроена очень особым образом, когда она работает на меня, со мной так, что только через нее я нахожу Творца, и без нее я не вижу никакого пути. Если Творец приводит меня в группу и помещает группу посередине между мной и собой, то что я должен постичь в группе, чтобы достичь Творца? Я должен пройти ее, подняться над ней, перепрыгнуть, заставить их помочь мне в этом. Каким образом я должен работать с группой, если он поставил ее
как, может быть, помеху в пути, или как необходимый переход, или как какой-то фильтр, как я слышал, или, может быть, как какой-то посредник. Как я должен использовать группу, если Творец поставил ее между мной и собой? Пожалуйста. Человек ищет Творца всю жизнь. Все годы он тратит в поисках какой-то цели, чего-то скрытого. Пробует это сделать через науку, через другие науки. Он ищет всю жизнь и не находит даже в пожилом возрасте. И остается в иллюзиях, теориях духовных, совершенно иных. Каббала — это реальная практика. Как я должен... Как я чувствую после этого поиска, я чувствую группу как практическую каббалу, когда я могу связать между собой, потому что вся реальность вне меня — это сила Творца. И группа дает мне выйти из эгоизма. Постепенно эгоизм может реализоваться все, о чем я изучал. В каббалистической группе все динамично, тогда как в других теориях все остается только в потенциальном виде. Теперь, если я беру каждую искру и обменяю их, я становлюсь кли, или мы становимся единым кли. И тогда, там, где есть кли, есть свет. И если это так, то я должен находиться в абсолютной любви, потому что сила Творца — это любовь. И я должен находиться в этом. Я просто жертвую собой в абсолютной любви к товарищам. И через это я вижу изменения, происходящие во мне. Впечатление изменения — это и есть раскрытие Творца. Мы знаем, что ключ здесь — это подобие свойств со свойствами Творца. Но есть проблема. Это скрыто. И еще проблема — это то, что есть эго. И я думаю, что я большой. Это что, эгоизм? И это тоже скрыто. И процесс того, что я раскрываю эго, я могу раскрыть обратно ему свойства Творца. Мне нужна группа, чтобы начать, потому что я ничего не могу сделать. Мне нужно что-то настоящее, с чем я мог бы работать. Простыми словами, в начале, когда
ставит ее между мной и Творцом? Как сначала представляются мне товарищи, как мешающие прийти к Творцу? У каждого какая-то глупость или не знает пути, и есть всевозможные вещи, всевозможные отклонения. И я знаю, что товарищи в целом уже... То есть не помогают мне, а наоборот, у них есть функция мешать мне приходу к Творцу. Это в начале. Теперь постепенно. Как в любом месте работы, тебе кажется, что условия изменятся, или изменятся товарищи, или придут люди, которые больше осознают путь, и постепенно состояние изменится. Но ты видишь, что это не меняется. И я вижу, что состояние не то, что становилось хуже, но все остаются те же физиономии перед тобой. И так постепенно Творец работает с человеком, пока в конечном счете не начинает работать эта функция восприятия реальности. И что хочет от тебя Творец? И именно при этих условиях ты должен начать раскрывать его, и как его раскрывать, и что именно, и так далее, и так далее. Вопрос такой, как я должен пользоваться группой, если Творец ставит ее между мной и им? Как я должен пользоваться группой, если Творец ставит ее между мной и им? Как и сказали товарищи, продолжая, Бенци открыл эту тему. Конечно, Творец проходит все эти этапы, прежде он приходит к каббалисту, он думает, что он будет учиться у каббалиста, но он приходит, видит, что собрание людей там, ну, что поделаешь, он готов терпеть это состояние, ну, это логично, что есть кто-то еще, кто хочет учиться, но у тебя нет особого отношения к этим людям, так, знакомишься понемножку, но со временем человек проходит все эти этапы, пока не начинает понимать. И здесь критический момент самой методики, как она выстраивается, как учитель ее подает. Он показывает тебе, что твои товарищи — это килим, это части твоей души. Ты достигаешь этого. Может быть, ты не очень с этим согласен, может, не чувствуешь, но со временем мы помогаем друг другу почувствовать это действительно, что мы являемся килим друг друга, и без кли не будет и света. Ты можешь мечтать, как сказали товарищи, можешь оставаться в теориях всю жизнь, но ничего не будет. Пока не раскроются эти килим, пока они не помогут тебе направить твой кли, раскрыть свет, находящийся внутри. Я думаю, что у группы есть своя жизнь. Она существует все время, растет, все время развивается, она все время углубляется. У группы есть своя динамика. Она в каждое мгновение меняется по сравнению с предыдущими. И есть такой закон, которому нас обучают каббалисты, что есть уподобление свойств. То есть, если ты хочешь быть соединенным с группой, ты должен жертвовать ей. Если ты не отдаешь ей, ты отключен от нее. Ты находишься в другой жизни и не относишься к ней. И усилие должно заключаться в том, что мы отдаем группе. Там находится Творец. Группа не между мной и Творцом. Я не согласен с этим. Творец в ней — это... Там есть у нее своя жизнь, и в этой жизни находится Творец. Теперь тот, кто... выяснять, что такое группа, где она находится, и Рав все время направляет свою группу учеников, где она находится, и каждый, кто проверяет это. Следующий вопрос. Итак, нам понятно, что группа — это средство, это посредник, это адаптер, это передатчик, это проводник человека к Творцу. Сколько состояний человек проходит, пока не осознает, что группа — это средство для связи с Творцом и связывается с ним? Попытайтесь посчитать вместе.
сколько состояний я прохожу, пока я... Просто когда я пришел в какое-то место, где учится Каббале, какая разница, какое дело мне до всех этих людей, пусть их не будет здесь вообще, и с их учителем. Зачем они нужны мне? Они только мешают мне, задают дурацкие вопросы, мешают. Ну, нет выбора. Ладно, может, я могу купить его, может быть, я готов заплатить ему, чтобы давал мне частные уроки, ну и прочее. Пока я не начинаю видеть в них что-то, что-то вспомогательное, и пока я начинаю понимать, что это моя душа. Сколько этапов мы проходим? Давайте, представьте такое каждое состояние. Что мы прошли еще и что еще нам предстоит пройти. Попробуйте, пожалуйста. Но вместе. Так, посчитайте. Это должно пройти 4 стадии, пока это не придет к полному осознанию, что нам необходима группа. Но вначале ты слышишь на фоне, что есть группа, и ты должен что-то сделать по отношению к ней. Так это вначале звучит. Через какое-то время ты видишь, что все, что бы ты ни пытался сделать, как-то тебя возвращает к состоянию, когда ты смотришь на тех же людей, это тебе не помогает. И также, если ты задаешь вопрос, Рав тебя возвращает в группу, чтобы помочь тебе. И источники тоже тебя возвращают в группу. Именно так. Вроде бы начинают сверху тебя ломать систематически, пока это не начинает достигать костей твоих, что Творец — это следствие объединения в группе. Это объединение в группе, это в самой группе, а не что-то. Ты пришел сюда и найдешь Творца там, где-то, за этим шатром, в котором мы находимся. Когда человек приходит, у него просыпается точка в сердце, начинает изучать Каббалу, он приходит как результат воодушевления, пробуждения, которое получает свыше, все еще пока что в своем эгоизме. И это ведет его, есть что-то в Каббале, и он начинает изучать эту мудрость, есть такой этап, что он начинает собирать знания в своем разуме, старается впитать все от учителя. И тут, мне кажется, что есть некий этап, где начинает слышать вначале, как какую-то помеху в ухе, что все время повторяет это объединение, 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 группа, 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 группа и так далее, и так далее. Но он пока еще... Вначале он вообще не слышит, я бы сказал. Это где-то пролетает рядом с ухом, потом это начинает где-то мешать ему в ухе. Затем он приходит к такому этапу, что он переживает какое-то внутреннее чувственное потрясение, и это как-то западает ему в сердце, и он вдруг понимает, что суть самой науки находится в этом понятии объединения. Как-то из самого процесса свет влияет, и так это происходит. И тогда начинается этап, когда он все заново начинает всю науку истолковывать иначе для себя, в ином контексте, в контексте группы, объединения. И тогда он как бы заново начинает изучать все. И тогда возникают у него разные взаимосвязи, где он пытается достичь этого объединения, понимает, что в этом не находится, но относится к группе как к чему-то, чему он может служить. И продолжит товарищи. На самом деле, мне немного сложно это сейчас поделить таким образом.
Но я пойду в соответствии с советом Раи по четырем стадиям. И на самом деле, как сказали товарищи, когда ты приходишь в группу, тебе кажется это на самом деле чем-то теоретическим, ты слышишь, и благодаря самой науке, где говорится о том, что есть любовь к товарищам, но я всегда знал себя как человеком, который имел друзей и мог контактировать легко с людьми. Ну хорошо, мы можем спокойно ужиться с этим. Потом ты начинаешь понимать, есть какой-то этап, когда ты начинаешь понимать, что ты должен соединиться с этой группой, находиться вместе с ними. Вот так быть вместе с ними, находиться в связи с этой группой. Потому что они для тебя как средство усилить эти состояния, а не как лестница для меня, чтобы переходить с этапа на этап. После того, как ты приходишь в группу, и ты начинаешь таким образом работать, даже в каким-то образом вкладывать в нее, тогда естественным образом они становятся тебе близкими, и ты понимаешь, что эта методика реализуется только с помощью них. Учитель, ты смотришь на него, где ты, а где учитель? Пока просто не приходит этап, когда группа находится против твоего эгоизма. И тут уже все. Здесь ты уже столкнулся с тем, что ты должен пройти все это. И мне кажется, что как раз, как говорят нам каббалисты, после того, как мы проходим эту оболочку, которая так представляется тебе, ты раскрываешь, что группа — это келим твоей души. Ты уже начинаешь жить вместе с ними, вместе... Твои товарищи — это твоя жизнь, твоя духовная жизнь. Я думаю, что это непросто. Так вот разделить это на состояние. И когда мы придем к раскрытию, нам это все будет понятней, как мы прошли эти этапы. Но все-таки это действительно начинается, как сказал Асав, с семи сытых лет, когда человек входит, у него есть такой попутный ветер, и семь лет он наслаждается. Где там группа, где товарищи, он не видит никого. А только те наслаждения, которые получает, те наполнения, действительно, это большие наполнения. И тогда он находится в этой мясорубке, и тут он обнаруживает, что для того, чтобы продвигаться, он должен проходить это быстрее. Постепенно для этого он обнаруживает, что его горючим, его возможность вообще двинуться на миллиметр вперед, эта возможность находится внутри товарищей. И это не просто, потому что он их ненавидит. Но состояние его вынуждает, и он начинает работать с этим состоянием, проверять, как он может продвигаться шаг за шагом. Он принижает себя, становится частью их и понимает, что только в них он может отыскать свою хорошую жизнь. Я тоже не могу объяснить все эти состояния, все этапы, но после того, как мы пытаемся узнать то, что написано там, мы понимаем, что это не то, и тогда мы слышим понятие группы. И только прибавить к тому, что сказали товарищи, есть какое-то состояние посередине, пока ты начинаешь слышать, и ты слышишь, сидишь в классе, и товарищи задают вопрос, и ты думаешь, что ответом Рава будет объединиться с группой. И все время ты пытаешься угадать, что скажет Рав. Группа, группа, группа. Ты знаешь, что это, но ты еще не слышишь сам. Ты не слышишь этого. Ты знаешь ответ, но ты не слышишь. Ты слышишь, что Рав говорит, что вы еще не слышите. Ты слышишь это предложение, но еще не слышишь его, не можешь услышать. Это, по всей видимости, процесс, который необходимо пройти, чтобы раскрылось тебе, чтобы раскрылся у тебя слух, когда ты поймешь, что без группы у тебя нет шансов, что жаль потерянного времени.
Я думаю, что первый этап все тут представили его. Что это за люди, которые стоят передо мной, между мной и Равом, мешаются на пути? Это достаточно понятно. Потом человек понимает, что, ну, есть люди, надо понравиться им, надо как-то их купить, как-то с ними поладить. Один компанейский, другой. Это как некий пазл. Человек должен занять свое место, и все должны двигаться, как в консервной банке с сардинами. И нужно найти свое место, свою нишу, освободить кому-то место, отыскать где-то свое. Но в группе пока что я нахожусь, использую ради себя. То есть я умный, я через группу наверняка достигну, но центром являюсь я. И этот этап надо пройти, и тогда начинается этап, когда человек видит, что есть разные движения в группе. Это не всегда согласно тому, что он хочет. Происходят разные движения, и он начинает, в нем проявляться ненависть. Это не как дома, как меня любит мама. Я могу быть с товарищем, только если я часть его, если я вкладываю в него, а не действую против. Все это растет. Мы видим, что люди даже оставляют. Люди убегают от этого даже в мыслях. Зачем мне это нужно? Я вошел в группу, думал, что у меня здесь будет полная уверенность. И вдруг все наоборот, все обратно моей логике, не так, как я думал. И как самолет, который сейчас пролетел над нами, вдруг приходит понимание, что нет смысла сопротивляться этому. Наоборот, будь здесь, постарайся почувствовать жизнь группы и использовать себя ради нее. И отсюда и далее, чтобы мы смогли ощутить жизнь группы, а не только себя. И я думаю, что уже сегодня мы входим в этот этап. Хорошо, есть разница. Есть что-то общее с группой Петахтиквы, у таких маленьких групп, как Ришан, к которой я принадлежу, и это общее. То, что каждый у нас чувствует, что его привели в группу. И нет сомнений, что это рука Творца привела его. Каждый чувствует это у нас. И различие все в том, что группа Петахтиквы макро, у нас, а мы микро, у нас есть меньшая ответственность. И скажем, что каждый участвует немного в действиях группы, и этого достаточно. То, что особо во мне, я чувствую общим другое, что тот, кто постоянно участвует в действиях группы, в нем происходят изменения, и по этим изменениям он начинает понимать группу все больше и больше и больше. Чем больше внутреннее изменение произойдет в нем, настолько он начинает объединяться все сильнее, сильнее, сильнее. И это процесс. Есть те, кто оставляют группу. Что... Другой вопрос. Хорошо, к нам еще присоединились люди. Следующий вопрос. Группа — это своего рода адаптер между мной и Творцом, который ставит мне эту группу для того, чтобы я привел себя в соответствие ей. И тогда я приду к слиянию. Как я представляю, рисую это слияние?
раскрываю ли я Творца внутри группы, или же я через группу вижу Его. Я через группу вижу и раскрываю Его, или же я отношусь к группе, и Он относится тоже к группе, и я свое отношение к группе должен уподобить Его отношению к ней. Он видит эту группу, что она представляет собой совершенство. В моих глазах это может быть иначе. Как я отношусь к группе, так, как относится к ней Творец. Как я нахожу вот это отношение. Как я нахожу эти этапы в исправлении моего отношения к ней. Если я хочу уподобиться Творцу. В каком виде я должен видеть группу? Она, по сути дела, совершенна, а я испорчен. Если уж мы говорим об этом, и тогда в каком виде я себя исправляю? Каким образом? Что, непонятно? Нет. Наверху Творец, снизу я, посередине группа. Я должен относиться к группе так же, как Творец относится к группе, и тогда мы в ней встретимся. Да? Как я прихожу к этому? Единое свойство отдачи, которое раскрывается в едином кле, это, которое называется группа, в ней раскрывается Творец. Я отдален от этого, и мне поэтому мне кажется, что есть очень много желаний в группе, которые составляют часть их ближе ко мне, часть нет, но... Это потому, что я отделен от группы для того, чтобы увидеть свойства отдачи, которая раскрывается во взаимной связи. Даже нельзя сказать, что взаимная связь, потому что это одно желание. В одном желании. Поэтому я должен быть в соответствии ему и... Это не тот я, которого я сейчас представляю, отделен, раздробленный на тысячи частей. И я должен включиться и обрести новое я, которое называется Творец, отдача, группа. И я нахожу его там. Мы изучаем, что Творец — это свойство любви. Свойство любви не исключает ничего. Он любит все. И мы находимся сейчас на семинаре. Естественным образом, когда говорит товарищ, нужно только немного... почувствовать, что происходит в нас, мы его отрицаем. Если мы попробуем облачиться в товарища, какой он есть, просто послушать, откуда он говорит, из его внутренней точки, тогда мы сможем уподобиться высшей силе. Мы получим от этого облачения в товарища свечение, и тогда через свечение мы увидим, как видит Творец.
можем в нашем семинаре ощущать друг друга, чувствовать сердце, чувствовать связь. И пока мы не чувствуем это, этот вопрос я должен задавать, почему я не чувствую это, почему я слышу только слова, в лучшем случае, интересные или неинтересные, но почему же я не нахожусь в ощущении? Если мы достигнем цели, если мы получим ответ на этот вопрос, мы вместе начнем это наше общее исправление. Что мешает почувствовать нам друг друга сердечным образом? В этом ключ к вопросу. И это группа, которая позволяет нам почувствовать эти перегородки между нами и раскрывают помехи, и тогда уже можно требовать и просить. Как мы говорили о этапах, которые проходит человек, так мы на самом деле можем прийти в группу и начать производить всевозможные действия. И каббалисты говорят нам, что эти действия — это не просто так действия, это не просто так приходишь в группу и начинаешь что-то делать. Но эти действия направлены на эту цель, что они приведут тебя к такой форме взаимоотношений, когда ты в каком-то виде начинаешь видеть, как сила отдачи действует. Даже видим, может быть, самым животным, когда ты даешь что-то кому-то, когда ты влияешь на что-то, но здесь от этого очень зависит наше усилие общее от этих действий. И поэтому это то, что группа позволяет тебе сделать, проделать это выяснение. Это приходит через группу, когда ты начинаешь выяснять, в чем твое отношение. И выяснение этого отношения по отношению к действиям, которые ты производишь, здесь ты начинаешь получать эту форму отдачи, это впечатление, что это такое. Ты начинаешь это связывать между собой, пока ты на самом деле не достигаешь истинного требования, почувствовать, что на самом деле за свойство отдачи, что это за форма, поскольку ты видишь, что если ты смотришь на каббалиста, ты видишь, что это нелогично, он действует из какой-то точки гораздо более высокой, чем тот уровень, на котором находимся мы. Даже в вещах самых простых раскрывается через него какая-то сила, которая называется силой отдачи, когда он на самом деле действует, действует во благо. Он, даже если это кажется не во благо, он действует все же во благо. Все. Снова это понятно, что человек один не может произвести это действие. Я не могу раскрыть что-либо. Поэтому только группа. Когда я учусь, что ключом здесь и то действие, которое я должен постараться сделать, это отменить себя перед кем-то. Что такое отменить себя? Не то, что я думаю, и философия — это хорошо. Так это слышно. Слышится очень хорошо. Но сделать это действие, даже постараться. Это так тяжело. И только здесь группа дает мне возможность раскрыть, что я могу сделать. В чем действительно здесь проблема? И здесь я могу обрести желание поднять молитву, которая мне нужна, и важность группы.
Я думаю, что Творец здесь действует на каждого, так приводит его с одной стороны в группу, а с другой стороны делает ему преграду, чтобы не соединиться с группой, с ощущением своего «я», или он хочет добиться власти над группой, или убежать из группы, или ему кажется, что это не зависит от него. И если мы смотрим на товарища из любви, как Гади сказал, что мы слушаемся в товарища, и каждый находится в усилиях подняться над помехой, которая есть у него, выше всякой логики и человеческих сил, он поднимается над этим и отдает себя группе без всякого выигрыша от этого. Если мы на самом деле придем к одному моменту, когда все мы увидим это, мы будем все видеть со стороны Творца, будем видеть, как Он эти вещи, будем видеть, как Он действует с нами, с одной стороны приводит сюда, с другой стороны ставит помеху, и мы только должны согласиться видеть величие товарища и нашу малость по отношению к этому. И эта точка на самом деле, когда есть Творец внутри группы. Если я правильно понимаю, то вопрос был в том, как я нахожу Творца в группе. Самая большая ошибка и самая большая преграда — это наш эгоизм. Мы к этому все время возвращаемся. Мы думаем, что существует что-либо, кроме Творца. Что как будто бы есть что-то, кроме нет никого, кроме Него. И если мы сделаем обратное усилие, все время подняться над тем, что нет никого, кроме Него, то группа — это буквально Творец. Он как будто бы одел на себя некую маску или множество масок, неважно, как на это посмотреть. И так все время без этого он скрыт, только с помощью какого-то скрытия. Что такое группа? Группа — это форма, через которую Творец в том, что пишут каббалисты. Творец просто проводит слова, все время направляет меня, подталкивает на то, как я должен больше себя направить, чтобы найти его там. Еще один спектр раскрытия Творца в группе. Это не то, чтобы мы раскрыли Творца в группе и все, отбросили группу, я могу работать с Творцом, а они могут ехать куда хотят, пускай едут в пустыню, у меня есть Творец. Нет, находим Творца в объединении, каждый раз находим все сильнее в объединении в группе. И Он привел тебя в группу, и начиная с теперешнего момента и до конца исправления, на каждой ступени есть только ты и группа, и Творец, который раскрывается в ней. Нет ничего другого. Мы изучаем, что только наша работа в группе чтобы выстроить ее, реализовать ее, сформировать ее во все более лучшем виде, это единственное действие, которое дано нам. Все остальное, что бы мы ни делали в жизни, это просто так кажется нам, что мы что-то делаем. Это делает Творец. Единственное действие, которое остается нам, которое на самом деле относится к нам, это работа в группе. А Творец делает нам в этом всевозможные проблемы, ставит перед нами. Мы знаем, что происходит в группах, какие он
трюки, создает связи между нами, какие помехи, внутренние и внешние, какие расчеты. И у нас нет выхода, мы не можем удерживать себя, не переводя это с личных эгоистических направлений на личные эгоистические направления. Что делать с этими отношениями в группе, в группах, когда я не могу отнести этого к Творцу, я отношу это к себе, к другим, опуская их буквально вниз, вместо того, чтобы видеть, что это единственное, что является духовным, как мы. В каждое мгновение можем не забывать о том, что именно в отношении моем к группе, как к Творцу, в отношении к ней, как к чему-то совершенному, когда все недостатки, которые я вижу, это мои, во мне, каждый отрицает в своем недостатке, так и я. Как я могу охранить себя, защитить себя, чтобы опускать все это в форму просто рынка, и поднять это к духовной форме и к духовному подъему. Это можно только с помощью поддержки друг другу. Человек да поможет ближнему. И эта поддержка называется поручительством. Как мы можем здесь, сейчас, в эти мгновения и далее войти в такой договор, чтобы никто не забывал об этом, чтобы каждый смотрел на всех, на группу, как на что-то высшее, что Творец перед ним создал совершенное, духовное, духовный мир, высший мир. И только в нашем отношении, от нашего отношения зависит, раскроем ли мы это как высший мир, или все останется, как оно и есть. Как мы можем поддерживать так друг друга, чтобы все мы сохраняли правильные отношения, и тогда вдруг мы раскрываем, что у нас открывается новое зрение. Свет действует изнутри и раскрывает нам, что это Шхина, что это Малхут, что это место раскрытия Творца. Чего недостает нам для того, чтобы мы находились только в выяснениях, в правильном месте, в единственном только, и в правильных выяснениях. И тогда мы с легкостью это делаем. В чем мы можем поддержать друг друга? Это понятно? В чем мы поддерживаем друг друга для того, чтобы вместо того, чтобы видеть группу, видеть место раскрытия Творца? Пожалуйста. Как член группы я должен обязаться, должен заставить себя изучить все законы природы из статьи Бале Сулама. Я должен как следует уяснить восприятие реальности. Я должен знать, что частные и общие равны, что это значит. Если я учил, что точка в сердце, которая стала искрой, и искра — это часть Творца, то я должен настроить свое зрение на то, что все являются искрами, и они равны. И если я соединюсь с ними, то я уже не одна искорка, ограниченная сила. Два лучше одного, но чем больше искр, тем клей становится более полнее. Я должен заботиться о том, чтобы каждый очень
А серьезным образом изучал Кабалу, законы природы и восприятие реальности. Возьмем примеры жизни. Скажем, я человек, который тратит деньги, а другой скупец. Сейчас оба мы выходим в путь и сталкиваемся. Понятно, что это столкновение. Один тратит, другой экономит. Если мы сейчас входим... Вопрос в том, что входим ли мы в отношения рынка или раскрываем что-то новое. Как мы можем подготовиться и поддерживать друг друга, чтобы каждый помогал другому идти по этому пути? И что должно раскрыться между нами? То, что я трачу, а ты экономишь, и на этом должна закончится вся связь между нами, или есть что-то выше этого, и это мысль, это поддержка, в которой мы нуждаемся друг от друга. И заранее беспокоиться только о том, что цель каждого, мы должны находиться с самого начала в том же восприятии реальности, иначе не поможет. Ясно, что оба мы упадем в отношения рынка, а не так, чтобы один остался наверху, а другой будет внизу. Мы должны это сделать вместе. Это буквально является главным, потому что это происходит каждую секунду. Продолжая это, мое мировоззрение, подход к жизни, к группе, это все время заключается в том, как я их исправляю, и мы каждый раз впадаем в такие расчеты, когда я думаю, что как Творец через них работает на меня, и как я все время должен работать с ними. И я работаю в режиме компенсации, в режиме дополнения. Но группа, она совершенная, это часть Творца, который работает в перчатках. И удерживать это восприятие, как сказал Бенци, мы не можем без взаимной заботы, взаимного поручительства, взаимных обязательств. Поэтому я думаю, что сейчас, пока мы находимся на семинаре, мы должны виртуально испытывать этот вопрос. Можно сделать это все в совершенстве. В тот момент, когда я бодр, я обязательно должен пробудить всю группу. И мы в таком окружении, где есть и внешнее, и внутреннее, необходимо пробуждать боевой настрой товарищей и главным образом в мыслях и в душу. Если я бодрствую, я должен обязательно с кем-то поделиться и проследить, что они выработали к этому правильное отношение. Это Ахав Вишава, буквально так, вся эта ситуация. Мы находимся в ней, и Творец работает совершенным образом каждому. И если бы мне удалось преуспеть в этом немножко, я бы... В тот момент, когда каждый падает в какие-то личные занятия, даже если я сейчас утерял четкость и остроту, мы, каждый занимаясь своим делом, сверлим дырку в лодке. У нас должен быть общий расчет, и у нас просто прекрасное, совершенное окружение, чтобы мы смогли сделать это упражнение. Я хочу продолжить сказанное Асафом. И мои товарищи именно сейчас на конгрессе, на семинаре, вообще с вчерашнего дня вот так... Окружение, на самом деле, действует все более сильно и ощущается все сильнее. И связь между нами буквально раскрывается, все более чувствуется, все сильнее, находится здесь, в центре. И это ощущается, и на самом деле нужно использовать это в каждое мгновение, и нужно просто... чтобы это врезалось в нас, что если на, хотя бы на секунду оставляю и отключаюсь от этой связи, в той возможности, которая дана мне,
это буквально просто растрата, потому что это находится позор, потому что это дано нам, и это находится в эти особые моменты. И все время, просто все время удерживаться в этом, потому что если оставляю это, все это оставляют. Просто мы должны удерживать эту связь. Я добавлю к сказанному: товарищам есть сила мироздания, это сила добрый, творящий добро. Она дала нам группу и дала нам возможность почувствовать себя независимыми в группе. И независимость — это только в одном, что каждый из нас был бы в заботах, в страхе о духовном товарище. Чтобы мы находились в этой заботе о том, чтобы все товарищи были соединены в этой одной точке. Если мы будем заботиться об этом, и внутренне, и внешне, все время находиться в заботе этой, в этом страхе. И страх, общая тревога. Сейчас действительно это возможность. Даже не завтра, а вот именно сейчас на этом конгрессе в заботе, в тревоге, в трепете за то, чтобы все товарищи были соединены с этой единой силой, которая управляет всем мирозданием, чтобы все соединились. Продолжить моего товарища. Это забота о товарищах. Нужно делать это с радостью, с внутренней радостью, постоянной, не исчезающей, поскольку Творец находится только в месте, где есть радость. И эта радость не обязательно выражается в танцах. Это внутренняя радость, что у нас, что нам предоставлена такая возможность, чтобы мы не потеряли ее. Это возможность. Я не знаю, когда нам предоставится в следующий раз такая возможность. Это радость, которая должна быть у каждого в мысли. И тогда беспокоиться о духовности товарищей. И вместе с тем также благодарить Творца, что мы вообще пришли к этому состоянию. Согласно этому, мы можем взять для себя упражнение, что товарищи согласно этому мы можем определить для себя упражнение, сказано так, что нужно ожидать Машиха каждую секунду, что он придет, этого света, который нас вытащит наверх к единству и слиянию с Творцом. Поэтому прежде всего быть все время в этом ожидании, представлять, что мы все в этом соединяемся, объединяемся, мы включаемся, мы соединяемся и объединяемся с Творцом. Творец — это форма исправленной группы. Приди и увидь. Если ты создал эту форму, на все помехи, которые он поставил тебе, ты преодолел их, и ты захотел увидеть полную картину. Все ты смог соотнести со своим эго, со своим фараоном, и увидел, постарался как-то увидеть группу совершенной. Это усилие, которое ты приложил. Если ты закончил усилие, то ты через это приходишь к раскрытию Творца. Так как же мы с этого момента и далее можем быть все время в этом стремлении, все время ожидать, что возникнет этот момент, и я закончу свое усилие в том, чтобы видеть группу в совершенстве. Потому что совершенная форма группы — это точно форма Творца. Как я все время нахожусь только в этом, только в этом, только в том, чтобы чувствовать их совершенными. И форма, которая раскрывается тогда, это и есть Творец.
Вы можете обязаться? Поручиться. Кто это тут покричал так? А, Ниф. Да, все его знают. Да, послушный мальчик. Ну, хорошо. Я вижу, что кроме голоса вопиющего в пустыне, мы должны отныне и далее определить такое отношение. Нам понятно, что группа — это та неисправная наша форма, которую мы должны... Мы все эти неисправности, которые раскрываются там, вне нас, относить к себе и видеть и группу в совершенстве. В этом осознание зла, в этом просьба к Творцу, чтобы исправил мне эту форму. В этом весь фараон в итоге отделяется, я его отделяю таким образом от группы и оставляю его. И так я раскрываю шхину вне Творца. И так постараемся все время удерживать себя таким образом отныне и далее. Вы увидите, насколько во взаимной заботе это будет легко. Мы находимся здесь в определенном состоянии, очень особенном. Если мы так постараемся внутренне, это будет легко каждому. И вы начнете чувствовать, как вы продвигаетесь в том, чтобы различить это, что такое Боре, Боуре, приди увидеть, как раскрывается эта форма и как она начинает буквально облачаться в вас. Будем надеяться, что мы добьемся успеха отныне и далее. А пока что, маэстро. פותח את ליבי נותן למחשבה לסדוק עוד סדק בתוכי ולכל סדק שנפתח נכנסת אהבה היא ממלאת את החלל אני מחויב לי דאגה היא ממלאת את החלל אני מחויב לי דאגה עמוק עמוק בפנים אני מרגיש את הקבוצה מתוך שמעון הלב כולם יוצאים להתקפה וכך זה מתגלה לי טיפה אחר טיפה שאהבת החברים היא התרופה היחידה אהבת החברים היא התרופה היחידה לילה לילה שמסתתר ממני ואין עוד שום דבר ממך שלא מורגש אצלי בתפילת רבים כולנו יחד בשמחה ובחיבור אני זאת זאת נדליק את הלהבה ובחיבור אני זאת זאת נדליק את הלהבה עמוק עמוק בפנים אני מרגיש את הקבוצה מתוך שירון הלב כולם יוצאים להקפה וכך זה מתגלה לי טיפה אחר טיפה שאהבת החברים היא התרופה היחידה אהבת החברים